Дыхание йогов вы будете практиковать лежа, но я покажу его вам сидя. Угу. Вы укладываетесь на коврик, на спину, головой вверх, закрываете глаза. Бедрами отходите от плечей, плечами отходите от бедер, растягиваете позвоночник. Я сразу скажу, что у дыхания йогов есть один потрясающий эффект. Это дыхание изнутри делает массаж, растягивает позвоночник. Угу. То есть, если вы не можете заниматься активными физическими нагрузками, то как минимум практиковать дыхание йогов лежа вы уже можете. Итак, вы укладываетесь удобно, я показываю сидя. Вы кладете ладони в район паха на нижнюю часть живота, лежа. Но дыхание йогов, повторюсь, вы сможете делать и сидя, и даже стоя. И вы делаете вдох так, чтобы у вас пальчики на руках начали шевелиться. То есть у вас поднимается нижняя часть живота. Вы так закрываете глаза, прислушиваетесь к себе, вдох. У вас ребра остаются опущенными, а вот нижняя часть живота шевелится. Угу. Делаете так 2-3 раза, пробуйте, привыкаете к этим ощущениям. Вдох, выдох. Понимаете, что или слева, или справа у вас, возможно, какой-то перекос. Прислушиваетесь к организму и привыкаете, как это, дышать нижней частью живота. Вы привыкли. Теперь смещаете ручки вверх так, чтобы большие пальчики касались ребер, а мизинчики были над пупком, это средняя часть живота. Делаете вдох, и у вас живот надувается, как мячик. Ребра остаются здесь, вы почувствуете это очень хорошо, живот надувается, как мячик. Выдох. Вдох. Выпячен живот. Выдох. Привыкайте к этим ощущениям, делайте несколько циклов вдох-выдох. Вы уже чувствуете, как работа идет с позвоночником, потому что у вас здесь надувается живот, много воздуха. И как только вы привыкли к этим ощущениям, вы переносите руки ближе к ключицам, угу. Грудь. Теперь вы дышите так, чтобы у вас развернулись ребра. Делаете вдох. И поднимаются ребра, как меха надувается. Знаете, такое ощущение? То есть живот наоборот опадает, ребра расширились. Выдох. Вдох. И так у вас расширяется между лопатками пространство. Выдох. Это вы все лежа с закрытыми глазами прочувствуете очень-очень хорошо. И перенесите руки в район ключицы после этого. И теперь подышите так, чтобы зашевелились ключицы. Грудь у вас, конечно же, тоже приподнимается. Угу. И подышали, проверили все части. Некоторое время полежали с закрытыми глазами. Переносим руки на среднюю и нижнюю часть живота. Или на грудь и на живот. Можно обе ручки сюда. По вашим ощущениям. Задание в чем? Вернее, как выглядит дыхание йогов. Мы теперь совмещаем. Сначала на вдохе движутся ключицы, раскрывается грудная клетка, ребра расширяются. Потом выпячивается живот, нижняя часть живота. Потом вы начинаете делать выдох, у вас сначала опускается нижняя часть живота, сдувается живот, опускаются ребра и успокаиваются ключицы. Вас ждут потрясающие ощущения, если вы будете делать это впервые. Я даже вам немножко завидую, я после дыхания йогов первый раз, как писала одна моя девочка, ученица, говорит, такое ощущение, что в горах побывала, надышалась вот свежим воздухом. Итак, вы ложитесь, сосредотачиваясь, делаете вдох, у вас сначала поднимаются ключицы, потом расширились ребра, выпятился живот. И когда делаете выдох, все в обратном порядке. Если вам где-то между вдохом и выдохом захочется задержаться, просто задержать дыхание, сделайте это. И сопровождайте это дыхание все время визуально с закрытыми глазами и под руками ощущения. Угу. Сделайте, пожалуйста, для начала немного, буквально там 5-6 циклов такого дыхания. И прислушайтесь к своим ощущениям. Возможно, у вас закружится голова, тогда просто сразу прекращайте. Но это очень... Оно не должно быть насильным, это дыхание. Не надо прям там стараться, да, выломать себе ребра и надуть живот со страшной силой.
Со временем оно станет очень спокойным, это дыхание очень полным, очень наполняющим и очень успокаивающим. Я рада, что сегодня вы получили возможность практиковать дыхание йогов, и до встречи в наших эфирах. Намасте!